Три девочки, как я работаю с детьми, и не только с ветеранами, но и с детьми. Поэтому много лет проработала, 65 лет с детьми, поэтому я хочу сказать от имени детей. Вот три девочки на боковой аллее сошлись и говорили, кого ж откуда взяли и где кого купили. И первая сказала, а меня купили в большом одесском магазине, где куклы были все живые. А я всех красивей там была. И папочку в такой восторг я привела, что он меня купил и мамочке сюрпризом подарил. Вторая отвечала, а меня нашли под розовым кустом, где папа с мамочкой моей гуляли в медовом месяце своем. А в медовом потому, что сладкое едят. А что же ты молчишь? Просили третью крошку. Наш папа мало получает, а между тем расходов тьма. И наш никто не покупает. Наш мама делает шаг. И за шагу, которого мало его, дай ей Бог здоровья, сделала сама. Сразу видно, наш человек. А еще я вам добавлю. Юноша и девушка пробираются через горы. Юноша идет обвешан, у него посох, а капуста, коза. Бабушка была предусмотрительная и на ужин на 8 марта снабдила его хорошо, кошечка. Так вот, пробирается, а не провожает он ее через горы. Начало смеркаться, они приближаются к ущелью. Вдруг девушка остановилась и сказала, а я дальше не пойду. Что такое, сказал юноша, чего тебе бояться, ты ведь со мной? Она сказала, вот потому я и боюсь, что я с тобой. Тихо. А когда мы войдем в ущелье, ты же ведь наверняка бросишься меня целовать. А он сказал, я даже и не подумал. Такой же, как Саша был. Наивный и ранимый, как он. Похлопай ему за это. И дальше я сказал, да. Я даже не подумал, потому что как бы я мог это сделать? У меня ведь капуста мешок, посох, коза проклятая, и коза, и шапка у него на голове. А она говорит, все мужчины так хитры и коварны. Тихо, да. А ты бы воткнул посох в землю, привязал бы свою противную козу и бросился бы меня целовать. Ну и когда они вошли в ущелье, он так и сделал. Но она и не сопротивлялась. Ведь мужчины так хитры и коварны.